Изначально этот памятник задумывался именно для площади, то я думаю, что там его и нужно оставить. Потому что изначально задумывалась эта площадь с тем расчетом, что там будет именно этот памятник стоять. И пытаться его впихнуть в музей, мне кажется, нецелесообразно. Либо под него нужно будет также продумывать огромную площадь музея, как площадь, соответственно, того места. Но это тоже нецелесообразно, поэтому негативно. Отрицательно я к этому отношусь. Память должна оставаться памятью. Ну, на самом деле, индифферентно, но поскольку это памятник и размещение в музее, не вижу ничего страшного. Тем более памятник Ленину – это немалая архитектурная форма, которая необходима отдыхающим. Не вижу ничего в этом особенного. Я к этому отношусь отрицательно, потому что то, что осталось, уже не надо ничего трогать, убирать. Это память, культура, ну, людей, которые там работали, которые ходят, смотрят. Это часть нашей жизни. Потому что все убирают какие-то, ну, я не знаю, она не мешает ничем это. Я, конечно, противник, потому что, ну, как сказать, я человек, выходец из социализма, и я считаю, что очень много было положительного при социалистическом строе. И я считаю, что нельзя этого забывать, что нужно даже что-то взять, почерпнуть. Вот, я, ну, считаю, что это недопустимо. Это приведет, ну, просто, и, не знаю, к какому-то краху. Ну, я считаю, что да. Думаю, да. Все же это память. И пускай это остается памятью. Должны люди решать. Раньше не говорили ничего с рабочими, да, с завода. Он мешает им или не мешает. Взяли, убрали.